три. Ну, есть. И давай четыре. Так, давай еще разок. Соберись, ну давай, давай, давай. Ну, пять. Все, папа. Нет, не все. Сегодня шесть. Потому что мне сегодня шесть. Да, потому что тебе шесть. Шесть, вот так. Шесть. Ух ты, как хвостик. Пап, я тебя вижу. Послушай меня, сын. Да, пап, я тебя слушаю. Вчера тебе было еще 5 лет. Ты был маленький. А сегодня ты уже большой. Да, папа, большой. Нет, подожди. Подожди, подожди. Тебе надо еще доказать, что ты большой. И пройти испытание. Пап, какое такое испытание? А вот такое. Сегодня ты первый раз должен пойти в магазин за хлебом. Пап, как за хлебом? Я тут под окнами гулял с двора, никуда не уходил. Это было раньше, когда ты был маленький. А сегодня-то ты уже стал большим. И этот фотоаппарат я тебе пока что не дарю, а даю во временное пользование. А вот когда ты принесешь хлеб, мы с мамой вечером подарим его тебе в торжественной обстановке. А зачем ты тогда мне вообще его даешь во временное пользование? А вот зачем. Смотри. Вот здесь я сделал несколько снимков. На них места, мимо которых ты будешь проходить в магазин. Это тебе для подсказки. А вообще-то мы с тобой много раз ходили в магазин, и ты не сможешь заблудиться. А мне кажется, смогу заблудиться. Ну, если ты сможешь заблудиться, значит, этот фотоаппарат будет ждать тебя еще целый год. В общем так, сын, если ты не принесешь хлеб, мы будем считать твой день рождения недействительным. Будем считать, что тебе не исполнилось 6 лет, а целый год тебе будет только 5. Ой-ой-ой. 10. 20. Фотик взял. Хорошо. Ну, сын, докажи, что ты большой. Я не могу на это смотреть. Ну, перестань, все будет хорошо. Но я в его годы ходил, и ничего. В его годы? Это сколько лет назад было-то? Ну, мы будем подсчитывать сейчас, да? Но все что угодно может с ребенком случиться. Пойди, верни, пожалуйста. Нет, решили, значит, все, никуда я не пойду. Вон, смотри, пошел. Пацан, с дороги! Так, родители только смотрят.
Ты чё, а? Ты чё? Иди отсюда. Иди. А мне кажется, что...
Значит... Все нормально. Все нормально? А как прошло? Я же контролировал, ты что? Контролировал. Где ребенок? Да придет твой ребенок. Контролировал. Замок ты тут проконтролировать не можешь. Ha 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 ha!